Прости, что втянула тебя в это. Лукас еще злится? Остынет. Да. Кстати, пришло странное сообщение насчет того, как вернуть мою тачку. От кого? Без понятия. Но они настаивают на встрече. Это безопасно? Предлагают парковку к северу от пляжа. Там всегда полно народа. И я подумала, ты захочешь. Ладно. Спасибо. До встречи. Надо встретиться. Есть предложение, выгодное нам обоим. Буду ждать. Можно тебя спросить? Ага. В городе что, неоновые фламинго завелись? Да, куча. Да ладно, серьезно? А я думал, с ума схожу. Что это за хрень? Без понятия. Я обычно сквозь них проезжаю. Правда? Да, попробуй. Попробую, спасибо. Где тот чувак, думаешь, свалил? Эй! Ну, круто, то, что нужно. Подожди, а сообщение? Это не она? Сейчас все узнаем. К черту. Тебе не нужна твоя тачка? Нужна, Торрес. Но мы видели вас с деньгами. И знаем, каким дерьмом вы тут занимаетесь. Решили пойти против нас? Не советую. Ваш трюк той ночью был весьма опасным. Думали о том, чьи это деньги? Того, кто сейчас не на шутку зол. Чьи? Ты чего? Хватит ее слушать. Фрэнка Мерсера. Он хочет с вами разобраться. Да. В другой раз выбери место потише. Думаете, я здесь для этого? Я вообще этого не хотела. Это слишком. Он далеко зашел. Его нужно остановить. Из нас троих ты и коп. Я напишу рапорт. Ты что? Вы думаете, его не прикроют? Я ничего не могу сделать. Но вы. Он не предвидит удара. Слушай. Нам жаль, что твой босс такой козел. Но мы лучше пойдем. Спасибо. Как насчет брата? Он думает так же? Эй, воу-воу-воу-воу-воу, эй, он тут вообще ни при чем. Совсем. Так, лучше не станет. Вам ясно? И я не могу сдерживать его вечно. Нужно действовать и быстро. Выбора у вас нет.
И что нам делать? Сейчас мы разойдемся в разные стороны. Я пришлю координаты. Что? Зачем? Они переезжают. Сами увидите. Дальше разберетесь. Она прислала сообщение. Вроде это место возле порта. Увидимся там. Куда собираешься? Хочу навести справки об этой Торрес. Мы должны знать, с кем имеем дело. Thank you.
Разберемся, пока нарушение мелкое. На обочину! Не заставляй меня повторять! У меня тут подозрительный тип. Схватим его! Погоня началась. Присоединяйтесь к вечеринке. Нарушитель решил поиграть в прятки. Найдите цель. Прекращайте погоню. Могли бы и постараться, ребята. Диспетчер завершает погоню. Я и сам не в восторге от этого. Thank you.
снова вижу цель. Обнаружили недавнего нарушителя. Возобновляем погоню. Thank you.
доставлю. Бригада устанавливает дорожные шипы на вашем пути. Принял. Моя машина сильно повреждена. Я сваливаю. Ясно. Принято. Такие повреждения, а машина все не останавливается. Тебе сделала, а? Ох, и досталось этой тачке. Теперь как новая. Недалеко. Погнали! Давно живешь в этом городе? Несколько лет. Раньше жил в Аспене. Там ты тоже гонял? Можно и так сказать. Я занимался сноубордингом, слоупстайлом, пока мое колено не решило иначе. Печаль. Может, это и не совсем то же, что резать повороты на льду, но чертовски похоже. Тем более с конкурентом в виде тебя. Похоже, у нас тут наметилось состязание. О, да. Ну
Нужно повернуть направо. Давай направо. Готовься повернуть налево. Вот это место. На этой трассе лажают даже самые крутые гонщики. Давай посмотрим, будешь ли ты среди них. Поехали! Не сложай! Времени даром не теряешь! Неудивительно, трасса-то сложная. Теперь я вижу, что ты можешь лучше. Хорошо, что еще покажешь? Великие гонщики не сдаются после поражения. Этого мало, чтобы впечатлить меня. Отпад. Просто сегодня не лучший день для покорения трасс. Сегодняшний день выдался для тебя не самым приятным. Я же говорил, что эта трасса так просто не дается. Ну что, уйдешь поджав хвост или продолжишь бороться?
Поставила решетку на комара. Теперь он выглядит почти как раньше. Нужна еще помощь? Спасибо, но, пожалуй, нет. Остались мелочи. Эта тачка тебе дорога, да? Помню, как отец впервые взял меня на автодром. Мне было лет 5. Я стоял у него на коленях перед рулем. Он подбадривал меня голосом комментатора. Это была самая приятная победа в моей жизни. Слушай, мне пора. Клиент ждет. Полегче на поворотах. И ты. Thank you.
Я подумал, может тебе завязать с ночными похождениями, пока все не устаканится.